Всем привет, это Dragon Knight на RBK Games, с вами Алькатрас. Сегодня я вам расскажу немножко про торговца. Торговец, интересный NPS на самом деле. Вот у него, видите, показываются различные ресурсы. Здесь показываются те ресурсы, которые вы можете купить именно сегодня. Вот у нас, видите, гемы, различные наборы. Наборы рун, гемов и так далее. Покупать можно как за монеты, за золото, так и за балины настоящие. Помимо этого, еще можно покупать за значки захвата сокровищ. Эти значки берутся в ежедневных ограблениях. Такой ивент интересный. Здесь вы можете обновить за 50 балинов страничку. Ресурсы, соответственно, все обновятся, все предметы. Слева у нас показывается, кто что покупал на сервере. Последние 10, по-моему. Здесь у нас помощь. Обновление товаров у нас проходит, вот видите, раз в 12 часов. Ой, извиняюсь. В 12 часов каждого дня, 12 дня, обновляются все товары бесплатно. В общем-то все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.